сейчас в поезде. Выехал на город Балатонфюрер в Венгрии. Еду на озеро Балатон купаться. Вот уже поезд тронулся. Еду уже. Поезд уже выехал за пределы Будапешта. Набрал уже больше 100 км в час. Сейчас уже едем по полной скорости. Сейчас проезжаю город Белоце. И тут еще есть одноименная опера. Тоже называется Белоце. Провинция. А ну, увижу я отсюда озеро или нет? Что-то там, ну, вот за деревьями. А вот она, какой-то пансионат стоит. Как раз. Не видно абсолютно. А он вот только журнал какой-то. Проезжает поезд Секешфехервар. Как раз выехали со станции. Едем. Он стоит напротив нас поезд. Типа электрички. Как раз. Это родной город премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, всем известного. Еще один поезд стоит. Вон дома многоэтажные. Но их тут не сильно много. Заезжаю в озеро Балатон, отсюда немножко видно за деревьев, но вот оно, красота. Дымки белые прям. Начинаются пансионаты, отели.